Дмитрий Берзан стал 7-м в этом году обладателем собственных квадратных метров по краевой программе «Дети Кубани». Однокомнатная квартира площадью более 38 квадратных метров расположена в станице Новопокровской. Накануне будущий новосел вместе с главным специалистом отдела архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства администрации Белоглинского района Натальей Шершненко осмотрел жилплощадь. В квартире сделан косметический ремонт. Комнаты светлые, уютные. Застеклен балкон. Подключены все инженерные коммуникации. Имеются газ, свет, вода. Приборы учета в рабочем состоянии. Я рад. Красота просто. Меня все устраивает. Спасибо большое главе администрации, губернатору нашему. Очень рад, что так все быстро произошло. 10 декабря состоялось долгожданное радостное событие. Глава Белоглинского района Олег Ефимов торжественно вручил Дмитрию ключи от квартиры. Квартира предоставляется вам. Но 5 лет она еще наша. И вы должны поддерживать ее в том состоянии, в котором она есть. Через 5 лет, если мы видим, что вы хороший человек, который социализирован и может жить самостоятельно, квартира станет вашей. Пожалуйста, жилье наполните детским смехом. Поэтому надо жениться, завести детей и быть счастливым и жить долго. Поэтому поздравляю вас. Сейчас, минуточку. Вот так. Олег Викторович напомнил, что жилплощадь предоставлена по договору найма специализированного жилищного фонда сроком на 5 лет. По истечении этого времени квартиру можно приватизировать. Был на квартире, все устраивает, все понравилось. Спасибо большое за предоставление жилищного помещения. По плану в 2021 году жильем будут обеспечены 8 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. До конца года квартиру по государственной программе Краснодарского края «Дети Кубани» получит еще один человек.